Опа, всем привет, друзья и дорогие подписчики, с вами Билджин. Сегодня у нас на повестке дня GTA 5, которая набирает популярность. И я подумал, почему же интересно не снять, ведь она для меня была самая лучшая. И GTA City, и GTA San Andreas, но вот это для меня будет, наверное, самое опупительное. Я немного поиграл, посмотрел, как, вот как вы видите, тут вот внизу там денежки есть. Это вы не смотрите, просто у меня в начале миссии, не знаю, лагануло или это на самом деле, что столько денег стало. И не будем медлить, а сразу же начнем новую игру. Вы уверены, что хотите начать новую игру, и все несохраненные данные будут потеряны? Конечно. Ух, мне даже страшно. О, заставочки у нас пошли туда, родные вы мои заставочки. Да, и я игру буду проходить полностью. Кто не в курсе, то я вроде бы знаю, что целую неделю, если играть по одному или один-два часа в день, то это неделю будет пройдено где-то 30%. Давай сюда. Слушай меня, никто не пострадает. Открывай, иначе это пожалею, что выжили. Эй, давай. Ну, я некоторые, конечно, моменты не буду читать, потому что я и хочу сам прочитать, а вы тоже можете. Так, начинаем, да? Играем мы. Я знаю, что у нас тут есть и Майклин, Франклин и Тревор. Играем мы, наверное, за Майкла. Вот так, давайте. А, да, настроечки, конечно же. Снимаю я на Фрапс. Так, давайте, так, игра на настройки, да, настройки, вот. Так, видео, графика, да, вот, графика у нас, смотрите, видео, память у меня 1964, это должно максимум занимать 2770, так, вот, полный экран у нас, сглаживание выключен, так, качество текстур высокое, качество шейдера высокое, качество тени стандартное, качество отражения высокое. Настройки спецэффектов, ну высокие, как же без них-то? Ну, в принципе, это... Давайте качество отражения сделаем, ну, на... Ой, нафиг высокое. Стандартно. Просто я еще снимаю, так у меня немного FPS понижается, а сейчас... Ну, нормально, в принципе, да. Стало так. Начинаем, да. О, да. Руки за спину, ладно, мистер, вы... Я господи. Давай сюда, как я замузер в чат. Так, не потерпеть, так. Давай. Быстро. Скорее, давай. Фигел, да? Давай, быстро. Мы тут группа подростков 13 лет. I said the closet! Just get him in there! Come on! What is the problem? Why are they still out here? You were meant to lock them down! In the back! Надо ж открою двери. Бегом. Это ограбление по-итальянски. Так, кто, кстати, не смотрел, вообще клёвый фильм. All set! Phone it in! Спойлер. I'm making the call. Так, что, сюда набежать или куда? А нет, мы их не закрыли. Вот это компьютер! Видели, я целился вообще в другое место. Чё? А, достать телефон. Тьфу ты я. 3, 2, 1. А, подорвать, да. Вот это эпик, я даже офигею. Даже пацаны заржали. Респект им. Так, ну что, погнали? А, кстати, говорили, что это первое лицо. Так. А где-то... А, вот тут, значит, у нас... Забрать деньги. А, вот эти, да. Хватит на всех. Как посмотреть? Да, Сереж, ну а то вот это возьмет, их всех купит, и все. Come
Я выхожу. Give it up! I got him! Да? I saw your face, I'll remember you. You get a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. Так, его. О. Right thing. А мы их. Be cool. Что я наделал? Мой братан погиб, ё-моё. Ладно, мы им отомстим. Надеюсь, нам не вбраться. А, да. Так, это мы, значит, играем за Франклин. Какая разница? Главное... Уже... Нет, мне как-то не очень. Давай лучше. А, куш, блин, нифига себе, сколько. Да. Куш, блин, 179 тысяч долларов. Не знаю, что это. Ну чё, пошлите. Ща будем ставить 7 хэт, и я вам отвечаю. Зачем ты серьёзно? Вот это Тревор, что ли? Да, я целюсь. Косоруки. Смотри, опа, хэд раз. Опа, хэд. Почему-то меня мышка не слушается. Давайте-ка мы. Мышь. Чувствительность немного повысим. Вот настолько, да? Все будет чики-пуки. Get down! Вот, вот так. Get out of the way or suffer the consequence. What? Не. Что-то не очень-то совсем настроил. Так, видео, назначение, клавиатура. Знаете, вот так серьезно. Wrong profession. Fuck these guys. Ну, вставай. Get out of here. Смотрите. We got a window. Let's go. Убиваем. Get out of the way. Can't be many more cops in this town. Bring them. This is fucked, man. The thing is blown. I got my share. It's still wide open. Cars up here. Все, что ли? The kid might have failed. This wasn't in the job description. Come on. Так, по идее, они, наверное, не должны были пешком прийти. На машине поработать. Да, продолжим. Я вам сейчас всем баки открываю. Ну все, бежим. О. О. Так, садимся в машину, ну, конечно, стандартную букву F. See that shit? Put that bitch's face against the glass. You see that? Yeah, you're a real sound. Тревор, ты тут какой грозный. Бе-бе-бе. Пошел, пошел. Ну, конечно, да. Тревор, он нас, по идее, самый грозный. Кажется. Поехали! Да, ой, поводим! По идее, тут вроде я посмотрел способность включать на капслок всех. Успеем. Капс! Come our way! Be cool! They made this car yet! Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it! А нет, я думаю, что наоборот, да. Едь. И сейчас, конечно же, как бы это не успели. You guys all right? Fuck! Come on! Ну, успели мы. Сейчас придется, чтобы они побежали вперед, конечно. Ну чего? Давай.
Я, конечно, и на камеру смотрю, и туда, и поэтому получается, что у меня слова то одни сюда, да. Где это старый вертолет? Говно. О, снайпер, сейчас по любой кого-нибудь таранит. Нас точно кто-то знает. Блин, выкарабкается. Нам пора... Черт, меня засадили. Господи. Должен сходиться, я тебя не брошу, Майкл. Уходи. Боже, все равно по крови не... На, беги. Нет. Так, заражу. Я с тобой умру. За Майкла. Что-то Майкл мне напоминает, мне Макс Пейн. Макс Пейн, стреляй. Тихо, давай. Fucking die, all of you! Это как? Kill me, you pricks! 5 звезд, нет. Сейчас, конечно, он убежит куда-нибудь по любви. Сейчас заложник. Да? Чёмка, отошли назад. Ещё один шаг и конец. Отвалите. О, господи, помогите, на помощь. Вперёд. Вон, видите, вон, прям, может, посерединке не экран у нас. Да. Надеюсь, его не убили или убили. Или он в капканы попался. Все, игра пройдена. Всегда он был хорошим мужем. Он всегда был порядочным гражданином. Да, порядочным. Он умер не горем, но человек. Наш Господь. Это же тот. Это тот чувак, который застрелил. Майк. Мы грешим и умираем. И в этом. Как он выбрался, серьезно? Путь твой исповедан. Ты будешь милосердным, еще что-то. Да, GTA Великий Угонщик Машин 5. Grand Theft Auto. Ну что? Погоняем машины. Все. Спасибо, что думали, что это конец нетушки. Your son, James. Ваш сын, Джеймс. Он хороший мальчик. Он хороший мальчик? Хороший мальчик. Why? Почему? Does he help the fucking poor? No. Нет, то не. He sits on his ass all day. Он день сидит, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? А вы что я? What about me? Угадал. Hey. I don't have the advantages that kid has. У меня была такая роскошная жизнь. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. Я уже 2 раза сидел. I robbed banks. Ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. Они привели меня прямо the end of the road. В хреновое болото. The big house and useless kid. I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. Давайте выговоритесь. I think I just did. Да я, в общем, уже. Oh. Ну, похоже, well, наше время закончилось. I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. No. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Я не уверен, что это хрень мне поможет. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Как скажете, Док. Хорошая песенка. Сейчас у нас заставочка пошла. Видим самолет, видим город, видим машины. Видим, как чувак проехал на велике. Видим горячую собаку. Видим или гимнастику, или гимнастику.
вот это место я безупречно помню. Безупречно очень. Особенно в Сан-Андреас. Качки. Интересно, тут можно качаться? Собачка. Такая грозная девушка. Ты чё? Я понимаю, каково тебе. Да. Так не должно быть где-то здесь. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Roberto Beach is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. Вообще-то я знаю. That house right there. With yellow stairs. С желтой лестницей. Good luck now, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh, yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Да и еще забыл что сказать, я в наушниках, и я, можно сказать, полностью весь звук мне дается игре, и я, можно сказать, не слышу своего голоса. Я убавил, у меня громкость, по-моему, стоит и не 100, не 20, не 50, а 2. Два всего лишь, не один, да, просто два. Ну, вот это, иди к папочке, игру выберешь. Интересно, какую же нам выбрать? Белая, ну, сейчас походим. Белая, конечно, такая мощная, красная. Офигенная. Какую серьезно выбрать-то, а? Я выбираю самую крутую, крутую машину в мире. Вот эту. Like that? Bobby, можете кто-то сказать, эй, вы чё, у Франки? Кстати, Франки, что должна быть белая машина, не да. Ну, я... Надеюсь, это если мы попадаем в тачку, нам ничего не будет. Просто я вожу, как сказать, не очень на пятнашке. А в них воспит это, пожалуйста, да. Я как бог просто. Во-во-во-во-во. Я отвлекся, да. Надо прочитать, что они там говорят. Я не считаю из-за того, что у меня, я слежу за дорогой, вот. Может, бывает, да, не следишь за дорогой. Да. Вообще не туда, я на карту вообще не смотрю. Давай, ласточка, сможешь. Надеюсь, у меня нас не проходит. Еще и шнур упал. У меня шнур упал, что делать, он мне мешает. Что за клюк? Наворачивай, блин, что направо. Hey, be careful! Hey, you ain't even testing me.
Вся машина умотана, везде одна кнопка, а задний бампер просто безупречный. Пацан, я мысленно Ё-моё, все отлетело, все к чертям. Энтер, что будет? Это я сейчас нажал, меня выделилось попробовать. Ну, он выделился туда. Remember, this is Jeterian's car. Please, homie. Называют отчет тачка, это что-то еще. Right, homie. We go left into this parking lot. Идем налево через стоянку. Yeah, whatever you say. На каждый вопрос отвечать. Окей, слушай. Нигер. Come on, Frank. Hey, screw you too, homie. I'm gonna make a withdrawal, homie. Dumb motherfucker, that's the Union Depository. Доехали прям вторыми. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Oh, ain't you sure that joke works, dog? Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Вернее, буду что. Так, уйдите от полиции. Куда вы? Вот, конечно, да. Накосячили, а сейчас будем ходить от полиции куда-то. Автономный. Обязательно конник должен чел появиться именно вот в эту секунду. Это же сами. У нас способность есть. Да-да. Вот это поворот! И поэтому мы сейчас ее всю используем. Прямо как хер. Едем куда-нибудь там вообще подальше. А мы уехали, да, ничего себе так на 2 километра. Давайте-ка мы выключим сейчас просто радио и поговорим о GTA-шке. А чё говорить? Сами GTA-шка очень клёвая. Что-то ещё грязная у нас вся машина. Нет, я даже ее боюсь почему-то проходить, потому что, наверное, я на нее уйдет, наверное, не знаю, если снимать от 30 до 40 минут, то, наверное, уйдет примерно серии на
наверное, 30-35. Ну, от 30 до 40. Думаете, это много? Ну, если 30, то это, нормально. А если 40, то, наверное, 30. Это будет средний. Да ё-моё. Я, наверное, скоро от машины ничего не останется. Извините меня, пожалуйста, что сейчас лагнуло, потому что я снимаю на Фрабс, и я не знаю, почему у меня показывается, вот, если вы, наверное, не видите, то вот вправо, в левом верхнем углу 30 FPS, а когда я просто экран поставил там FPS, было 60. Вот верьте, хоть и нет, но было 60. Я вот не знаю, почему. Слагнуло, блин, у меня было сейчас от 18 до 20 FPS. Я не знаю, почему, серьезно. Лагает так. Ну, когда буду снимать второе видео, я вам даю слово, что такое не повторится. Я буду снимать какую-нибудь другую программу, которая не отнимает FPS. Хотя все говорят, что вот Frab самая лучшая игра, Bloodsport он не отнимает, ничего. Фиг там. Я начал снимать по бандикам, у меня ничего. Вот чисто вот ничего. Вот сразу вот, как было вот, ну, 60 FPS, так и осталось. Ну, максимум там отнимало 10, там было 50. Это салон Симона, здесь Франк не может получать задание. Чубрик. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. You are all the same. Да все из этого теста. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? N-word. That's not cool, man. I don't say that. You're fucking right and you better keep it right. Because this man right here... He's an international Они так говорят, man, что не успевает даже прочитать. That I could not have said better Я myself. Бы сам лучше мне сказал. But seriously, Ладно. Maybe he's not a racist. Может, это не... But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. Секундочку. Вот это парень. Он... Give him a high. That's a real man's car. Это тачка настоящая. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Парни, какие-то проблемы с деньгами. Money isn't an issue. У меня никаких нет проблем. This is the best part. Watch this when he real or mean. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man. I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Нет, вот если вам смотреть, это ладно, вы там, может, на некоторых мне ладно. А вот когда вот я играю, это невозможно просто так это попадать ту-ту-ту-ту. Не, обещаю, второе видео будет без лагов. Мне все равно мы, наверное, на этой машине будем. Может, это первое видео, не знаю, сколько будет там, наверное, 30. Потому что What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? И он нас серьезно так убить, потому что он за то, что показал. Так, если вы решите поспать на кровати, игра будет сохранена. Right.
Какие-то больные ракеты. О, нифига себе. Видите, какое зеркало, ну, честно. Выполнено. Франклин и Ламар. Давайте расширить. Без единой царапины. Ладно, далее. Давайте переоденемся. О, все. Так. Так, черная толстовка и джинсы. Дайте это. Понравилось мне. Так, давайте еще сохранимся. До кучи. Как он интересно спит так. Прям в одежде серьезно. И как будто у него голова, знаете, как тут так. Чё? А, это вот я, прикиньте, вот я не знаю сколько так прошел. Одну вроде миссию или больше, я не помню. Вы уверены, что хотите сохранить эту игру в новой ячейке? Да. Песенка больно клёвая. Ну что же. О, видите? Франклин! I was going down, the market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Так, давай. Вот не исправлено это, чтобы так открывался автоматически и хоп, резко, когда подошел, закрывался, прикасается к друг другу. Давайте сейчас, знаете, как вот смело пройдем вот эту миссию. Так, все замолчите и закончим, пожалуй, что первый обзор, потому что, серьезно, мне и вам неудобно, и мне неудобно, что у меня FPS 30. Я хочу, чтобы у меня было 60, а то и 50. Следующее, это второе видео будет без. Сделаю все возможное, что смогу. Серьезно, я должен отнимать FPS. Почему-то отнимать. Даже не то, что 30, а даже больше 30. Понятно, это аж. И сейчас, подождите. И да, кому интересно, какая у меня видеокарта. На сегодняшний день у меня видеокарта GeForce GTX 950. Просто бести. Просто 950. Все. Вы думаете, о, у тебя не должно лагать, но... Видите, как получается. Hey, what's up, Simeon? My dear boy. Здравствуй, дорогой. Как я рад тебя видеть. Очень рад. Давай обнимемся. Слушай, чувак. We've been working together for about few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Anyway, congratulations. Круто, да? Поздравляю. Wasn't easy picking a winner. Yeah, me, так, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do, and I do it, and nothing changed. Tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow... Together. У нас большое будущее. У меня никогда не было черного сына. Черного сына, серьезно. Hello, Lamar. Привет, Самар. Как дела, приятель? Franklin here has been awarded employee of the month. Наш Франклин работник. Да, офигеть. You fucking with me, right? Ты что, прикалываешься? Man, we both being fucked with, чувак, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us. What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner.
Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just the bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at the Speechy Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Белый чувак, допустим, а тут трое нигеров, и думаешь, о чем же они говорят. Хоть и по-русски, да, но ты не понимаешь, о чем. И не можешь никак подключиться, потому что ты белый, а они нигеры. Едем в Веспучи, езжай в Веспучи Бич. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Mr. Shelby. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Yes, yeah, I don't give a shit. There's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. Давайте доедем. In your case, I ain't so sure about that. Man, yeah, step up, nigga. Of course this dude. Сейчас, наверное, of course this dude real. Who else gonna have to require surplus of paper and deficiency of brain cells? And deficiency of brain cells. He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man. Fuck! Go in quiet, in and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, crash, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. Что они делают? Паркуемся. Паркуемся. The bike should be in one of the lockups down here. Должен быть в одном месте. Should be is the story of your life, asshole. Do as I do, nigga. У нас нет, мы без оружия. Хотя, блин, столько денег надо было, серьезно, что купить. Как раз рядом была амунашка. Прочь, прочь, меня нигер, блин. Мне совсем не нравится. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth. Man, what exactly did I do in the past to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. This is shady ass act. Shit, we at Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Наверное, в одном из них. Ну, допустим, смотрите, если рассуждать логично. Эти два гаража похожи, но они какие-то старые. А вот этот какой-то один выделите. И поэтому давайте сразу начнем с него. Ну, я так думаю, что... Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, amigo. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit! Пистолеток подопнул. Слышь, там была два монашка. Хотя бы все укрываемся, укрываемся. Что, сейчас прикрывать его? Я уже испугался, вы понимаете, блин. Серьезно, что за фигня? Я говорю, вы нам на помунашку найти. Ну все, давайте сразу закроемся, пока всех не убьем. Кто бедный? You just blast they people! That might be why they're irritated. Only one way out this motherfucker. Hey, get cover over there by the truck. Motherfuckers on the scaffold is on. Shoot up that cannon. Follow me. Let's get through this.
Еще один чел. There's the fool on the balcony. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Еще Look out, they running on you. Ё-моё. Fucking puto. They fucked it. They trying to fail. Get that ride. Some more of them niggas. Light them niggas up. That's the so bad. Drink this. Попал хэдшот. Перебегаем, да? Давайте. Напролом. Нет. Ё-моё, кореш, ты живы? Чё ж это у меня с голоском, да? Так легко, что ли, был? Серьёзно? Садитесь на байк. А ты-то с нами пойдешь? Нет. Да, байк серьезно люблю. Я буду. Ну и в реальности сюда бы. Блин, самое клевое, что такая полоса стоит. Такая вот красная, такой пятый. Пипец, 6 патронов и 12 патронов в запасе. И да, кстати, еще забыл спросить, что спросить, что я думаю, что пусть хоррор-игры, конечно, как же без них, будут у меня выходить по пятницам. Кто думает, ну что, а не нафиг это, не пятницу, в среду там. Еще. Ну, я могу снимать, не знаю, вот с понедельника по пятницу. Там одну, две комнаты. Бро, пока не могу с тобой. Да что ж, бро, пока не могу с тобой тусоваться. У тебя крыша совсем отъехала. We can't repo the assets of a dead man, big sick chief asshole. Блин, такой большой. We ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Скажи Симону, что. You fucking tell him. Сам скажи, кретин долбанный. И прям машина, прям у нас тут, серьезно. Тёр Симон выполнена. Реквизиция. Реквизиция, да. Расширить. Ну блин, перезапуск, ё-моё. Это как раз вот так вот эпично мы заканчиваем, да? Ну что же, как я говорил, пройдем эту миссию и закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям обо мне, пишите ваше мнение, а также подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, и ссылки я все, конечно же, оставлю в описаниях. И, конечно же, если есть какие-нибудь пожелания, мнения и просьбы, пишите мне или на ютубе в комментариях, но лучше-то всего дружба здесь уходит в свободу, встреч отсидел свое, мы тебе завякнем, чел, завякнем, вот. И да, пишите или в комментариях, или нам это в личное сообщение, добавляю в друзьях тех, кто хорошо общается, не материться и не пишет какую-нибудь там всякую фигню, а именно помогает, допустим, какие игры, что именно, мнение какое-то свое предлагает и так далее. Ну что же, всем пока!